Хафиз, Хафиза, Хафиз, Хафиза, с вами мы опять. Мы брат и сестра, очень дружная семья. Хафиз, Хафиза, Хафиз, Хафиза. У нас много друзей, вместе весело нам. Хафиз, Хафиза. Каждый день у нас новые приключения. Хафиз, Хафиза. Хафиз, Хафиза, Хафиз, Хафиза, с вами мы опять. Давайте вместе играть. Поиск сокровищ. Часть вторая. В предыдущей серии дети выглядели не в настроении для учебы. С помощью Инны у учителя появилась идея о проведении конкурса. А, человек молится? Вода? А, что если мы поищем его в комнате для омовения? А, да, точно. Я думаю, что ответ там. Хорошо. Тогда пошли туда. А, Аддин, это же сура Аддин Хумайра. Ты права, Хафиза. Альхамдулиллах. Итак, куда мы идем дальше? Мяч? Что это значит? О, мы знаем, что мальчики любят играть в футбол на детской площадке. Ах, да, детская площадка. Давай отправимся туда. Ну, давайте быстрее. Дай мне посмотреть, Нико. Дай мне посмотреть, что это такое? Вала антум абидуна ма а'буд, вала ана абидум ма абадтум, вала антум абидуна ма а'буд, лакум динукум валия дин. А, это должна быть сура Аль-Кафирун. Вот она, Хафиза. Лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуван ахад. Сура Аль-Ихлас. Альхамдулиллах. Мы открыли все суры. Верно? Да. Мы победили! Быстрее! Подождите меня! О, нет! Нет! Мы победили! Альхамдулиллах! Как вам игра? Было весело? Это было очень весело, учитель! Что? Весело? Ты только говорил и ел! Да! Да, это было так весело! Это помогло нам запомнить короткие стихи! Верно! Это помогает нам лучше запомнить Коран. Альхамдулиллах! Я горжусь вами, дети. Конечно, мы должны продолжать учиться где угодно, когда угодно и чему угодно, потому что обучение является обязанностью для нас. Итак, кто победитель? Вы все победители. Я горжусь вами, дети.
Альхамдулиллах. Давайте сделаем это еще раз, папа. Нет. Бисмиллахиррахманиррахим. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Это благословенная книга, которую мы ниспослали тебе, о пророк, чтобы они могли размышлять над его аятами, и дабы, обладающие разумом, помянули назидание. Сура Сад, 29 аят. You know?